Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, любители АФКшечки! На связи Йорн, в этом видео мы продолжаем путь фракции Магиворожденных на моем нуба-аккаунте. В общем, закрыл я 11 главу, это было потно, но можно. Правда, вот в конце, когда вы дойдете, да, там до 11.58, до 11.59, вы там, конечно, припотеете. Там хорошо сформированные команды, где есть стан, есть также, допустим, какой-то контроль от Анжела, который кидает запретку в виде кэнсела, ну и также герои неплохо дамажащие, типа Савиаса, этого козлика бешеного. Но в итоге я ставил туда Шенку, Легенда Плюс, и вообще не мог пройти. Она просто не успевала набрать энергию и ультануть хотя бы два раза в подряд, чтобы восстановить здоровье. Я прокачал Мирельку и закрыл. И для начала давайте мы поговорим о героях, потому что это очень важно. За счет героев вы проходите дальше, и в принципе игра у вас постепенно развивается. Потом мы подеремся на этапах кампании и закроем седьмую вершину времени. Будет интересно, я вас уверяю. Тем более, седьмая вершина — это вам не первая и не вторая. Там, конечно, уже будет потненько. И я буду использовать наемников. В общем, во фракции людей я прокачал магичку Мирельку, и дальше она мне поможет. Чем, вы скажете, да? Но у меня есть 4 копии Белинды. То есть, если я прокачаю Белинду до Легенды Плюс, потом я смогу ее прокачать за счет Мирельки до мифика. А мифическая белка — это гораздо бодрее, чем просто Легенда Плюс Мирелька. Я дальше смогу проходить также, допустим, Громил за счет фракционного преимущества. И фракционное преимущество никогда не упускайте из виду, потому что это очень важно. То есть вы по Громилам больше урона наносите, и шанс, что вы их пройдете намного проще, гораздо больше. Вот, ну и соответственно потом белками также будет помогать в дальнейшем. Другие герои пока тут не качаются. Хотя вот Рован и Розалина и Люций даже на такой прокачке мне уже помогают. Теперь фракция Громил. Я тут прокачал, ну, Софию, вы скажете, зачем? Ты же сам говорил, что нету 4-й копии, не качай. Но я делаю ставку на то, что она все-таки упадет. И она мне, кстати, на 11 главе помогала. То есть она ставила раскол, и моя команда жила дольше. Вот, ну, блин, я, конечно, буду рад, если она упадет. Если не упадет, это будет просто фиаско. Лучше, конечно, было бы прокачать, допустим, козлика Савушку. Савушка бы помог также неплохо, чем и София. Но София на мифике пободрее будет. Потом идут лесники. Я Ордена прокачал, надо еще одну элит плюс копию, и тогда Орден получит у нас легенду плюс. Но, блин, жалко, что он не прокачан на 141, объясню почему. Потому что за счет, по-моему, второго навыка, он уже на 141 уровне будет запутывать трех случайных противников. За счет этого контроля вы будете жить дольше даже той же самой Шемкой. И я делаю ставочку именно на это. То есть Орден будет кидать корни, Шемка будет раздамаживаться, и вся команда врага будет отъезжать. Но я еще раз говорю, что план-то был прокачать Деймона, а эта собака до сих пор так и не упала. Сегодня откроем 10 фракционных свитков и посмотрим, вдруг все-таки упадет. Хотя я уже ему рад не буду, лучше пусть упадет Шемира. Потому что на нее осталось там совсем немножко прокачать до белой рамки. Вот, так что Орденчик мне помогает, и всем советую качать его в самом начале игры. Теперь Магиворожденный, тут вообще отдельная эпопея. Как я был того мнения, что вот этот герой ведан полный шлак, так и остаюсь. Объясню почему. Я его прокачивал вместо Шемиры даже на 151 уровень. И он все равно не выживает. Я думаю, сейчас он наберет быструю энергию, будет влетать там в этих сраных мышках и всех убивать. Нет, это не работает. Его убивает, он не успевает набрать энергию даже под зовом. Вот если бы я прокачал Сильвину до легенды, она бы мне помогла больше. Во-первых, на фарме босса Сарени, хотя там можно ящерку поставить и на эту Сильвину пофигу, но она бы запрыгивала за спину к противникам, их бы отвлекала, и моя Шемка спокойно набирала бы энергию. Это уже схемотека работает давным-давно, поверьте. Поэтому если у вас будет выбор, кого качать дополнительно кормовым героем к Шемире, чтобы потом ее поднять до мифика, прокачайте Сильвину. Сильвина даст гораздо больше, чем этот долбанный ведун. Ну и дальше получается, что наведано надо еще одну копию элит. Элит, одна копия есть, мы прокачиваем его до легенды плюс. И потом Шемка становится мифической. А на 161 уровне Шемка намного бодрее, чем она просто на легенде плюс. Там совсем другая разница. И я думаю, что многие, ну блин, точно подтвердят мои слова, кто играл через Шемиру и хотя бы уже дошел там до 30 главы. Шемка вначале актуальна. Но, как показала практика, фиолетовая копия Деймона, блин, показывает себя намного круче, чем Легенда плюс Шемира. Я еще раз говорю, что это так не должно работать на самом-то деле. Ну и в небесных ничего не изменилось, правда, одна копия Укуна, подземных также и в пространственных без изменений. Теперь давайте подеремся, пару, наверное, боев сделаем.
И потом будем проходить седьмую вершину. Еще покажу, что я вот, ну, повысил свой урон за счет, кстати, людишек на врице. На врице, естественно, вы наносите больше урона, потому что фракция людей на 25% урона больше наносит по громилам. Так, и моя комбинация заключается в том, что вот этот Зафраэль прыгает, подстанивает. Мирелька раскидывает огонечки, быстро набирает энергию под зовом. И если, допустим, ей еще апает энергию Розалина, то там всем досвидос. Ну, вроде как зов стоит на Розалине, да. Давайте посмотрим, как мы пройдем этот этап. И вообще, сможем ли мы его пройти. А то сейчас нам надерут задницу. Но если сейчас залетит сетка, нет, сетка не залетит, и мы победили. Вот о чем я вам и говорил. Вот так вот вы проходите всю 11 главу. Что будет пока на 12, я не знаю. Но сейчас уже должны падать мифические вещи. Точнее, они не падают. Они падают, по-моему, после 16 главы 12 этапа с АФК награды. А в магазине после обновления они должны появиться. Так что потом мы их оттуда будем покупать именно на магичек. Потому что я буду качать Шенку. Опять Сильвина. Но тут громилы. Фиолетовая копия Деймона здесь делать ничего не сможет. Объясню почему. Ну, потому что просто его стопчат. То есть он ничего не сделает. Но вы сами видите, что здесь делает эта магичка. Плюс, если вы полностью закрываете бонус в этом в союзах, в библиотеке, то она становится просто очень жестким ДДшником. Так, 12-7, неплохо идем, я вам скажу. Вот тут Савушка. Савушка — это очень опасный товарищ, потому что он с одного копья убивает очень жестко. Да, мы не успеваем тут ультануть. Вот здесь главное ультануть. Давайте я, наверное, попробую подобрать удачную попытку и вам покажу ее просто, чтобы не затягивать видос. Ну, как я вам и сказал, это магичка имба. Смотрите, что она сделала с этой командой, причем тут Сильвина уже на белой рамке. Давайте посмотрим. Она просто успела набрать энергию и убила Савиаса с первого прокаста. Да, все видите, Савиас, до свидания. И, кстати, Сильвину молния от Зафраэля подстанила. И она не прыгнула. Если бы она прыгнула, то Мирель бы сейчас отъехала. Неплохо. Вот вам и молния от Зафраэля. Че, идем дальше? 12-8. Правда, вот Мирельку мне придется перекачать в Шемиру. То есть, да, я тут использую такую технику. То есть, когда какие-то герои тащат, я их ставлю. За счет старой полоски перекачиваю. Если не тащат, то меняю на других. Просто Шенка на седьмой вершине, она будет гораздо эффективнее, потому что она может отхиливаться. А Мирелька — это как маленькая пушка, да? Или выстрелила, всех убила, или сама отъехала. В общем, если противник вам позволяет проходить, то вы проходите. Если нет, то вы не проходите. Ну, сейчас мне тут надерут, по-моему, попу. Вот мы и прошли ключевой этап, причем со второй попытки даже не надо, блин, было бы перематывать. Давайте посмотрим, как это было. То есть, если она критует, Мирелька, то всем пока. Плюс она еще накидывает этот огненный щит. И за счет этого щита, конечно же, ваша команда живет дольше. Если есть Розалина, то вроде же, кого она преследует, если этот герой стоит в заднем ряду, то она отталкивает противников, насколько мне память, если не изменяет. Ну, в общем, мы прошли. Давайте покажу, как она вообще одета. Все остальные герои плюс-минус. Вот так вот выглядит Мирелька. Равчанский. Зафраэль. Кстати, у него броник. Ну, броник-то у Мирельки будет пободрее. Розалина. И кто там еще? А вроде все. Ну и Люций. Все шмотки просто с выпадения падали. Я их особо не покупал. Кроме посоха на Мирельку. Легенда плюс. 12-9. Идем дальше. Посмотрим, насколько далеко мы зайдем. Если видео затягивается и вам не интересно, там есть тайм-коды, можете перемотать, в принципе, и посмотреть только то, что вам будет интересно. Ну вот, все, до свидания. Ах, ты живешь, пес? Да нет, все, отъедет сейчас. Блин, живучий Ниру вообще, просто не хочет погибать. 12-10. То есть вот те игроки, которые позади, видите, они уже давно здесь сидят. Но я был на 11 главе. И вот как только я прокачал Мирельку, вы посмотрите, как я сразу рванул вперед. А тут громилы. За милое дело вообще громилу распуливать Мирелькой. Я думаю, что даже если я Шенку поставлю, допустим, на Легенде Плюс, она тут тоже ничего не сможет сделать.
Да отъезжай, все. Пока. А под Розалиной так вообще сказка. Просто песня. 12.11. Опять Савиас. Ниру, который добивает. Ну вот Савиас опасный, да. Конечно, каждое его копье это какая-то просто боль. Та же история, два прокаста и минус Громилы. Смотрим. Не, ну если бы не было за Фрейля, я думаю, что здесь бы, наверное, все было очень туго. Видите, бам! Еще второй прокаст. До свидания вообще. Я бы лучше вот такую магичку качал бы на белую рамку, чем ту же самую Белинду. Ну, честно. То есть, она бы была подспорьем той же самой Софии, Айнзу. Безусловно. Набрала энергию и просто сдувает. Может быть, когда-нибудь разработчики додумаются и все-таки сделают, что можно будет этих героев качать до белой рамки. Хотя не факт. Тут пачка очень жесткая, потому что тут есть Брутус. А с Брутусом все всегда сложнее. Ну, давайте попробуем пройти. Он под своим берсом раздает очень жестко. Я думаю, что нет. На этом, наверное, мы уже и остановимся. Ну и давайте что, перекачаем в Шумиру. Старая повозка. Вот, сейчас мы Мирельку поднимаем до 120-го. Все, она получила 120-й. Где наша шемочка? Одеваем Шумиру. И качаем ей максимальный уровень. 154. Неплохо. И сюда будем ставить тоже зов. Так, теперь берем Рована, раздеваем. Одеваем вот на этого товарища. За Фрейля, наверное, оставим. Не знаю, хотя, наверное, будем туда ставить Лукрецию. Фара у меня одетый. Надо еще Тази набрать энергию. Она пригодится однозначно. Без Тази будет вообще потно. Ардена пока использовать не будем. Мы туда будем ставить Деймона. Проходить мы будем в два захода. То есть нам надо будет высадиться сначала на одном островке, а потом на втором. В какой очередности вообще не имеет значения. Сейчас посмотрим, как мы сможем здесь пройти. Ну что, их мы убираем. Ставим сюда Шумиру, ставим Деймона. Сайлос, Фара. Я не знаю, можем поставить Лукрецию. Она добавит нам толщины. Но за Фрейли даст максимальный бонус. Я просто боюсь, что он будет очень быстро отъезжать. Ну давайте попробуем. Только знаете, как надо было сделать? Надо было, наверное, поменять местами. И тут еще вот эта вот злая, долбанная, как ее, Изабелла. Потому что, ну, она реально очень злая. Все, мы набрали энергию, слава богу. Она точечно бьет очень жестко. И там вылетают очень часто криты. И сейчас тут, короче, меня начнут хейтить. Скажут, если бы не Йорн, если бы не ты, тебе бы не помогли, тебе бы никто не дал наемников. Короче, это уже проходили. Но я вам сказал в предыдущем видосе, как можно вообще легко найти клан 9 уровня. Что я, в принципе, и сделал. Я говорю, наемники просто обесценили вершины времени. Раньше так здесь потненько было проходить. За счет этого даже мне как-то, знаете, было весело играть на нуба аккаунтах. Сейчас такого веселья вообще нет. Ну чё, Деймон ультанул и до свидания. Я думаю, что даже проблем с Брутусом не будет особо. Потому что тут часто встречается Брутус. Вот. То есть, если вам часто падает вот такая книжка, берете, они стакаются. Все процентные реликвии, они стакаются. Числовые заменяются на более сильную. И тогда Деймон с этой книжкой, он просто вообще мега убиватор. Давай, голос. Слушай, ты сдохнешь или нет? Еще и отхилил нас. Сайлос. Сайлос, конечно, очень крутой герой. Всем советую к прокачке. Так, берем меткость. Чем больше урона, тем лучше. Вот тут Брутус. Брутус это заноза. Поэтому здесь надо будет максимально как-то прокастоваться всеми. Он очень опасный. Если кто-то сдохнет, это будет вообще жесть. Ну, как я и сказал. Как я и сказал. Долбаная Сильвина. Она бесит больше всех. Угу. Можем Ведана поставить. Попробовать вот так.
Еще знаете, какую реликвию можно взять? Когда кто-то из ваших героев вздыхает, то там повышаются характеристики. Вот с помощью такой реликвии можно тут валировать и проходить проще. Ну не знаю, надо какого-то нуба-мага поставить, который вот будет отъезжать за секунды. А вот Ниру. Ну по сути Сильвина должна прыгнуть на Ниру. Да, так и есть. Она его убила, в принципе, нам это на руку. Шемира, и мы всех победили. Вот Сильвину можно вот так вот обманывать. Так, что здесь, что здесь. Опять берем меткость. Будем мега меткие. Так, можем взять восстановление здоровья, а можем взять фракционное преимущество. Но фракционное преимущество здесь такое. Здесь людишек много не найдешь. А вот восстановление здоровья нам не помешает. Так, ну тут Сильвины нету. Это уже получше. Тогда мы ставим сюда Сайлоса и надеемся на то, что мы вынесем их без проблем. Ой, прям вообще по краю идем. Фара и Зафрейль отъехали. Ну ладно. Самое главное, что мы их убили. Да, вот это мне вообще нравится. Кубок Возрождения. Зачем? Для чего? Возьмем вот на людишек. На людишек нам поможет, потому что мы можем поставить ровно, допустим, да? И ровно даст бонус к защите. Вот этих можем еще побить, набрать энергию. Или вот этих, ну не Сильвину точно. Вот этих, наверное, да. Сейчас поймете, зачем я это делаю. То есть мы сюда поставим... Короче, тази ровно, надо их приодеть. Так, и надо набрать энергию. Сайлоса ставим назад, ровно по центру будет подхиливать, и тази. Ультуем шемкой, а дальше просто набираем энергию. Так, Сайлос отъехал, это плохо. Надо его как-то спасти. Но она его бьет. Чё ж ты его-то бьешь, зараза? Ну тази, тази, давай, 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 набирай. Блин, чуть-чуть не набрала энергию. Может быть, еще какой-нибудь бой затронем. Отлично, это подарок судьбы. Также еще могильников усилим. Вот тут можем набрать энергию. Ну, в принципе, нам достаточно. Но если не сможем, то пофигу, короче. Давайте, давайте пытаться. Вот он, этот злой остров. Тут Брутус и Сильвина. Тут Сильвины нет. Советую не нападать там, где есть Сильвина. Это логично. Так, меняем местами, потому что... Ну, Дэймон будет жить дольше. Просто ставим на авто и наблюдаем, что будет происходить. Давай, тази, контроль. Да, это разнос. Вот. В принципе, можно было пройти и без тази. 947. Вот, вот эту бы нам штуку взять в самом начале. Так, мы получили еще одну копию шимки. Здесь ничего мы сделать уже больше не сможем. Нам надо завершить и просто зайти по новой. Повторное прохождение, оно уже идет немножко по-другому. То есть вы начинаете вот с этого лабиринта, потом через одну вот сюда и потом вот сюда. И, кстати, надо будет еще третий раз зайти, потому что все награды вы за два прохода, по-моему, не забираете. Так что давайте я сейчас пройду, все будет по аналогии, и в конце мы просто сделаем открытие фракционных свитков, и еще кое-что вам интересное расскажу. Приступаем. Ну, в общем, вот и все, друзья. Мы прошли. В общей сложности я потратил 4 захода, 2 на то, чтобы попасть на эти острова, и еще 2, чтобы забрать все остальные награды. Там за 3 захода не получается у меня забрать. Может быть, у вас получится. Так, и что мне это дало? Ну, во-первых, 3000 эссенции. Самое главное, что мы теперь можем прокачать некоторых героев на 121. Это тоже, знаете, немаловажно. И мне останется прокачать Шемку до 160 и просто поднять ей мифик. Все. Теперь давайте сделаем, ну, призыв вот этих 10 фракционок и еще 3 раза по 300. Ну что, могилы, дайте что-нибудь годное. Может быть, фиолет? Нет, фиолета нету, но зато есть корм и 2 ведана, которые нужны. Это сказка. Да, мы ведана прокачали. Ну, голоса мы качать не будем, а ведана прокачаем.
Все, ведан на легенде плюс. Кто-то скажет, можно его прокачать тоже до 160-го, и он даст профит. Но Шемка на мифике будет гораздо сильнее, чем этот ведан вместе с Шемка на легенде плюс. Все, готовченько. Сейчас мы пока не будем торопиться, то есть наша задача проходить дальше, и уже потом будем подкачивать Шемку. Потому что сейчас я пока и поднять 161 не смогу. То есть надо еще будет прокачать уровень другим героям. На этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, ну пишите комментарии. Буду читать. Увидимся.